покажу тебе, ублюдок! У меня говорили мужики покрепче тебя! Еще раз, где ваши группы? Эх, и откуда же ты, летун, тут взялся на мою голову? Гриша, я все понимаю, но у нас свое задание. Ты же знаешь, начальство за такое по головке не погладит. Ну а летчика как? Шакалом этим оставим? Миша, возвращайся в Гемри. Выходи на связь с нашими. Скажи Пантелееву, что очень нужна штурмовая группа на переправе. Завтра к рассвету. И пусть кишлаку не суются, а то духи с пленными в горы уйдут. И найдем тогда. Я постараюсь летуна этого вытащить. Под мою ответственность. Давай, Миша. Понял, майор. Ну ты того. Будь там осторожнее. Всех приветствую. Продолжаю проходить Афган, забытая война. Следующая миссия — чекист. Играем за Григория Агабекова и будем освобождать пленного летчика. Давайте начнем. Убиваем. Ну, да. Спалились, конечно, но тут мы рано или поздно все равно бы. Так. Так, бросим гранатку туда. Отлично. Все, встали, сейчас с этими разберемся и пойдем в этот. Тут по-другому никак абсолютно. Даже если бы был Кольстелс режим, я бы... Это, по крайней мере, веселее, что... Такая особенность. Вроде я одет, конечно, как они, так без брони. Этим можно объяснить то, что меня с одного патрона убивает, но я их убиваю с двух, с трех патронов, а не с одного. При том, что это какие-то аборигены. Вы понимаете то, что они... Военная подготовка, думаю, кстати, в этой миссии нам дает возможность сохраняться. Ну, да. Сохранились. Ничего страшного. Все равно это миссия суицидальная.
Калаши, одни калаши. А мне нравится вот это. Отлично. Отлично. Сохраню здесь обычную. И под пулеметик можно. Не дотягивается. Да, не убить бы, конечно, своего. Но я думаю, он бы так не ходил, да? Штурмуем. Баги. Еще тут баг есть, можно на камне застрять. Поэтому-то я не люблю всякие моды. Блин, ранение. Вот и все. Прятались. Ну, так и знал. Так у меня загрузить или заново было? Интересно. Нет, загрузить. Ну ладно, давайте еще разок пробуем. Замечательно получается. Вот так вот, одной пулькой. Нет, мне это не нравится. Давайте. Раз, два, три. Четыре. Пять, шесть, все, пересчитаем их. Куст перекупил. Отлично. Вроде как больше никого не помню. Так
кто? Тише, земляк. Не шуми. Свои. Ох ты, елки. Думал, уже не выберусь. Не дергайся. Развяжу сейчас. Так. Развязать. Вот. Так, теперь транспорт нужен. Давай за мной. Калаш возьми. Потом от Калашникова. Уедем мы на мотоцикле. Потому что он очень быстрый и... быстрый просто. Давай быстрее. Че, тупой что ли? Давай залезай. Да, такой развалочку. Ну все, погоня сейчас будет, значит. Ну вот и. А я прям напротив них. Незаметненько. Форма же своя. Действительно, оторвался я сейчас по полной, конечно. Задача выполнена. Что ж теперь мы будем делать? Руки за голову! На землю, сука! С возвращением, лейтенант! Шлак накрыли, а Адиль снова ушел. Капитан второй год за ним гоняется, да чуйка у того хорошая. Всегда уходит вовремя, а может и предупреждает кто-то. Ничего, капитан его еще накроет. Дай срок. Отлично, миссия завершена успешно. На канале уже 1150 подписчиков. И я прошу вас подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны. Потому что сейчас главная цель — это обогнать канал Лапарка по подписчикам. Тогда мы станем самым известным каналом по ФП. Ну что ж, всем пока.